Высокий суд Лондона по иску Приватбанка заморозил активы Игоря Коломойского и его компаньона Геннадия Боголюбова по всему миру. Об этом стало известно вчера поздно вечером. Банк обвинил бывших владельцев в незаконном выводе 2 миллиардов долларов. Сам же бизнесмен подал уже десятки исков против Нацбанка и Приватбанка на общую сумму 8 миллиардов гривен и заявил, что вчерашний арест временный, пока дело находится на рассмотрении суда.